верная икона. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое мерная икона? Мерная или именная икона – это икона святого, которая пишется ко дню крещения младенца и соответствует его росту на момент рождения. На иконе изображается святой, в честь которого назван ребенок. В день крещения на младенца надевают нательный крестик, а над кроваткой помещают его мерную икону. Эта традиция известна только на Руси. До нас дошли мерные иконы, начиная с XVI века, принадлежащие в основном царским династиям Рюриковичей и Романовых. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да хранит вас Бог!